Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress от Info, перед нами Oppo Reno 6 5G, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве записать звуки. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в инструменты, выбираем здесь диктофон, нажимаем «Согласиться», нажимаем «Разрешить», и можем теперь говорить какой-либо текст, а он будет записываться. Ставим галочку, нажимаем «Сохранить», можем теперь послушать. Если я не ошибаюсь, нажав сверху справа на три точки, можем назвать сведения, увидеть точную дату, когда мы записывали, и так дальше. Также мы можем здесь проматывать нашу запись и обрезать ее каким-либо образом. Например, удалить вот отсюда текст. А почему? Ага, здесь надо начать, а здесь надо завершить. И здесь мы можем обрезать эту часть. Таким образом, мы можем удалить какую-то часть нашего текста. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.